Казахстанская медиа-академия представляет. Медиа-репортаж. Всем привет! На телеканале «Казахстанская медиа-академия» вновь медиа-репортаж, и я, Анна Ткаченко. Мы находимся в клубе «Атмосфера» на игре «Угадай за 60 секунд». Совсем недавно проект отметил свой 5-летний юбилей, и они не устают радовать нас своими замечательными вопросами. Тема сегодняшней игры – день рождения Ленина. Узнаем, что помнят современники, наши с вами современники, о великом вожде. Скажи мне, пожалуйста, настоящую фамилию Владимира Ленина. Ульянов. 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 Ульянс. Ульянов. Юлин или что-то такое. В каком городе он родился? Он родился... Я забыла, я не помню. Как же... Симбирск? В Сибирске. Симбирск? Симбирск. Симбирск? Как сейчас называется этот город? Не знаю. Я откуда знаю? В каком городе расположен мавзолей Ленина? Москва. На Красной площади. В Москве. В Москве. В Москве. Интересный вопрос. В Казахстане где-то, наверное. Я не знаю, или в Москве. И по какому предмету у него была единственная четверка в аттестате в школьном? По литературе? По социологии. Физика. Химия. Физика. Правильный ответ – логика. Логика? По логике. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Асель Зои. Очень приятно. Расскажите, как называется ваша команда? Наша команда несменно будет называться Love Star. Вы не против, друзья? Мы за любовь. Откуда такое название? Что оно означает? Мы всегда за любовь. Это самая созидательная сила в жизни. Я думаю, что она нам сегодня поможет выиграть. А как вам сегодняшняя тема? Она вам близка? Тема Ильича. Наверное, уже не очень. Мне кажется, это уже прошлая жизнь. А вам? Вы готовы к игре? Готовы, как всегда. Всегда готов, как говорил Ильич. Расскажите, а как вы готовитесь? Как мы готовимся? Ну вот, у нас сегодня новая команда. Я очень рада, что сегодня ребята к нам присоединились. Готовлюсь, выкладываю всегда сторис. Видите, как растет наша аудитория регулярно. А непосредственно по теме. Готовитесь? В команде. Но мы всегда встречаемся, делаем какие-то совместные, синергию включаем между собой. Да, вот последние выходные мы жарили шашлыки. Таким образом настраивались. Но сегодня моя команда отдыхает, поэтому я думаю, что мы с новой командой победим. Желаем вам победы. Спасибо. Татьяна, скажите, пожалуйста, как организатор игры, как гости могут лучше подготовиться к игре, чтобы победить и занять призовое место и попробовать такую заветную красную игру? Ну, на самом деле, тут вопрос такой. Относительно выигрыша. Я не согласна, что это главное, потому что на нашей игре люди в первую очередь приходят за живым общением. Конечно, если они хотят подготовиться, то можно попить глицин, например, улучшает кровообращение, можно почитать книги, но это должно быть, наверное, просто образом жизни. А уже на игре нужно самое главное иметь хорошее настроение. Это самое ключевое. То есть нужно просто заранее быть начитанным, эрудированным человеком. Хорошая команда важна, потому что один знает эту часть истории, другой знает, там, не знаю, все про химию условно. И когда команда слаженно играет и могут друг другу быть полезны и помогать, это, наверное, дает результат. А касательно сегодняшней темы, будет больше вопросов по истории или все-таки на логику можно будет опираться?
Нет, конечно, мы все вопросы стараемся все-таки подбирать, ответы на которые можно найти логическим путем. Поэтому у нас с учетом дня рождения Ленина будет вопрос про Ильича, но такой очень легкий. А остальные вопросы на общие темы, и я надеюсь, они будут всем под силу. Ну и подскажите в очередной раз тем зрителям, которые еще не играли в вашу игру, как им можно к вам попасть. ACP Game KZ, Татьяна Будаева. Я думаю, что можно просто погуглить, можно найти в Инстаграм. Мы рады новым участникам, гостям. Ждем всегда. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Анита. Вы первый раз на игре или вы давно играете? Я не первый раз, но и не так уж давно играю, примерно год. Как называется ваша команда? Так, мы называемся «Пришли тупить», и мы полностью оправдываем название своей команды. Вы когда-нибудь занимали призовые места? Я выиграла конкурс капитанов год назад. Как вам сегодняшняя тема? Сегодняшняя тема. Серьезно? Да, а какая сегодня тема? Я же говорила. Сегодняшняя тема – день рождения Ленина. Вы что-нибудь знаете про вождя советского пролетариата? Я только знаю, что мне его безумно жаль, потому что человека никак не оставят в покое и не захоронят. Вот и все. Спасибо. Вот вы понимаете, да, что призового места у нас точно не будет? Ну, надежда умирает последней. Ваша команда? Суперкоманда. Сколько раз вы побеждали в игре «Угадай за 60 секунд»? Ну, мы занимали второе и третье место, икру еще ни разу не приносили. Хочется? Хочется. Очень-очень. Как вам тема сегодняшней игры? Она вам близка? Ну, я не скажу, что это самое близкое мне. Я тогда совсем маленькая была, но в общем и целом это будет интересно. Где ваш красный галстук? Дома не постирала. Закончите фразу «Будь готов». Всегда готов. Вы готовы к игре. Сегодня были очень интересные вопросы, от которых ну просто взрывался мозг. Дорогие зрители, читайте побольше книг, смотрите качественные фильмы, играйте в интеллектуальную игру ACP Game и будьте в курсе самых интересных событий с нами. Это была программа «Медиа-репортаж» и я, Анна Ткаченко, на телеканале «Казахстанская медиа-академия». До новых встреч! Казахстанская медиа-академия представляет. Медиа-репортаж.